Элистинские школьники обучились безопасному поведению на дороге. Лекции прошли в рамках программы «Наставник ЮИД». Она успешно реализуется в общеобразовательных учреждениях Калмыкии, среди них и столичная школа номер 17. Основной целью проекта служит привлечение внимания к наставничеству среди членов отрядов юных инспекторов движения. Это дает возможность передавать опыт старших учеников детям дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках уроков предусмотрено проведение занятий с использованием специального оборудования и сценариев. Напомню, проект реализуется по поручению Министерства просвещения России. В дорожном чемоданчике есть карта с дорожной инфраструктурой. Для изучения особенностей дорожной инфраструктуры и ситуации на дороге участники должны решить ситуативную задачу, правильно расставляя дорожные знаки, прокладывая маршрут следования, а также поясняя свои действия с точки зрения участника дорожного движения. В ходе выполнения заданий участники знакомятся с такими объектами, как дорожная разметка, пешеходный переход, парковка, жилая зона и перекресток. Отряд нашей школы ЮИД «Перекресток» выступили с агитбригадой перед подопечными дошколятами детского сада номер 11 и номер 24. Школьники в яркой форме юных инспекторов с макетами дорожных знаков показали детям яркое выступление, посвященное правилам дорожного движения. После загадывали загадки, поиграли в игры, проверив знания о сигналах светофора. Встреча была очень полезной и интересной.